Ездил в магазин, который за 5 километров, может больше даже, зимой, когда минусовая температура, на колеса педи. Дороги многие покрытый снегом, снег не тает, потому что минусовая температура, только в некоторых местах немножко растаяла, там, где солью посыпано. Так, в большинстве не очень ровная дорога, поэтому немножко тяжелее ехать, чем по обычной ровной дороге. Вот мой велосипед. Ехал не быстро, чтобы как бы сил не тратить и не поскользнуться. И не вспотеть. Вот это первое колесо немножко болтает. Достаточно хорошо набиты колеса, но минусовой температуре, по идее, они должны немножко спуститься, потому что воздух стягивается. И тут вставлена кассета, и она меньшего диаметра, чем было раньше, поэтому педали друг друга ближе немножко, и они труднее им разболтаться. Раньше, допустим, было на таком расстоянии, а когда кассету ставил, немножко таком. Вон там чуть-чуть ли не впритык вот эта звездочка достает до этого. Раньше она была подальше. Иногда немножко, иногда цепь спадывала. Этот механизм устарел. Я постоянно на такой скорости ехал, потому что тут скорости не переключается. Но это если настроиться, она будет слетать. Тут вообще нельзя настроиться, тут винтик уже до предела подкручен. Вот вообще-то. Вот мое сиденье сделано, чтобы она поболее мягкая была. Вот. Поролона тут подсунута. И вот.
Тут мама всяких отражателей дает. Вот три даже отражателя. Вот еще один. Вот тут один дал еще. Вот, вот тут, думаю. Ну ладно, прицеплю. Вот впереди тормозов нет, чтобы лишний вес не возить. Тут, чтобы можно было дальше подтормозить, вот. Нам может еще много хода тут надо. В ручку, чтобы не упиралась. Если там потянуто сильно, тогда может тереться. А так достаточно много. Если еще хода, поэтому тут не будет тереться. Тут вот тоже снятый переключатель, потому что чтобы лишний вес не возить, снят. Вообще желательно было бы и этот снять, и тут тоже вот сделать одну передачу, чтобы лишний вес вот этот не возить. А тут фишка в том, что тут колесо вроде бы оно вперед-назад недалеко двигается, и тогда цепь будет трудновато отрегулировать. Ну, плюс так стабильно, стабильнее может быть будет. Ну и при желании можно тут немножко, может, вот на другие поставить. Вот с последнего дослетает, поэтому поставлено на предпоследний. Вот если поставить, то как тут надо? Тут, наверное, надо винтик подкрутить или открутить. Вот это. Он упирает. Я смотрю, тут ну, примерно нормально. Вот эти звездочки тоже, они тут на них теряется, и КПД как бы, и чем будет вот это ближе на большую звездочку поставлено вот тут, тем будет сильнее они снижать КПД, потому что они крутятся не очень хорошо, не очень долго, и на них, думаю, много потерь происходит. Уже начинает таять снег. Наверное, надо газету подстелить, чтобы он тут